На 3 дня и 2 ночи поселились бойцы студенческих отрядов в оздоровительном лагере «Березовая роща». Такой маленький праздник под открытым небом региональное министерство по делам молодежи совместно с Омским областным студенческим отрядом устраивают каждый год. Одна из главных его задач – поддерживать и развивать движение студенческих отрядов в стране. На сегодняшний момент главная цель для штаба – это, конечно, посмотреть уровень готовности каждого отряда, потому что практически, например, 5 отрядов через 3 дня после слета уезжают по всей стране. На ежегодный палаточный выезд добрались студотрядовцы из Омской, Томской и Новосибирской областей, среди которых строители, проводники, вожатые и путейцы. Вот уже начинаются первые приготовления. Отрядам предстоит участие в конкурсах, спортивных стартах, показать командную визитку на тематику, посвященную Великой Победе. А вечером у костра с песнями под гитару пройдет дегустация военно-полевой кухни. Был конкурс «Сделать военный лагерь». Мы его сделали. Здесь у нас стоит часовой с пулеметной лентой, с махоркой, чтобы во время перерывов он покуривал. Вещмешок у него тоже есть. И также коробки с боеприпасами. Флаг нашего областного студенческого отряда «Проводник». Потому что мы все здесь являемся проводниками из студенческих отрядов проводников. Это очень интересно. Все едут на слет отдохнуть в основном. Но это не только бурь эмоций, радость какая-то. Все хотят просто почувствовать себя детьми, песни под гитару, костер, это же все надо готовить. И у нас все парни сегодня увлеченно прям занимались организацией лагеря, это было интересно очень. Желающих побывать на Омском слете студенческих отрядов всегда с избытком. В этом году приехало 500 участников. Такие совместные поездки не проходят бесследно. Здесь студенты обмениваются ценным опытом и заводят друзей. С Омском мы часто сотрудничаем, то есть у нас в этом году хотят Путина ехать вместе с ними давно уже очень дружим, ездим на слеты друг к другу, они ездят к нам на закрытие, мы к ним. Это просто нереально крутые знакомства, здесь, наверное, лучшие люди страны, как по всей России, во всех отрядах. Когда закончится праздник и все песни будут спеты, для студенческих отрядов наступят трудовые будни, и некоторые бойцы отправятся по своим рабочим местам в разные уголки страны. По нашим улицам медведи ходят, говорят, и морозы минус 30. Это реально, это наша земля, и я этому рад. Это наш Сибирский федеральный. По нашим улицам медведи ходят, говорят, и морозы минус 30. Это реально, это наша земля, наш с тобою отряд. Это наш Сибирский федеральный.